Здравствуйте, друзья! Какая большая беда у многих увлеченных садоводов? Сажать некуда. Столько интересных растений, столько новинок, а размеры садового участка не позволяют развернуться на всю ширину садовой души. Вот и стараемся лишний раз обходить стороной садовые центры, не заглядывать в цветочные каталоги. Допустим, метельчатые гортензии. Ну, сколько тех сортов можно разместить на небольшом садовом участке? А между прочим, не одними гортензиями хочется любоваться. Но вот этой малышке, про которую я хочу рассказать, найдется место в любом саду. Она настолько миниатюрная и компактная, что у вас просто нет причины отказать ей в виде на жительство. Гортензия полистар, полярная звезда. Вообще-то правильно говорить полстар. Но все говорят и пишут полистар, и поэтому я тоже не буду занудой. Полистар – удивительно компактная гортензия. Высота в пределах 50 сантиметров и примерно такой же диаметр кустика. Моя крошка растет первый год, и ее высота всего 30 сантиметров. Такой кустик можно разместить даже в кашпо. Идеальный размер 5 литров. Полистар – сорт сравнительно новый, был представлен на рынке в 2018 году. Что еще такого отличительного есть у этой крохи? Это пока самый ранний цветущий сорт метельчатой гортензии. Он зацветает в июне в средней полосе, а в южных регионах – в мае. Опережает даже древовидные гортензии. У меня в этом году не показательно, потому что я посадила ее в кашпо в апреле, сразу же, как получила из питомника. Только в июне высадила в открытый грунт, поэтому она зацвела в начале июня. Видите, другие гортензии еще даже не собираются цвести. Цветочные шапочки у полистар округлой формы, несмотря на ее метельчатое происхождение. Цветы крупные. В распуске лаймовые. Постепенно лаймовый становится светлее, и цветы белеют да так, что превращаются в пронзительно белые звездочки среди изумрудной листвы. Вот на этом кустике видны и бледно-салатовые, и белоснежные цветочки. Но полистар не привыкла долго ходить в одних и тех же нарядах. И вот уже на лепестках белоснежных цветов начинает проявляться легкий румянец. Шапочки постепенно розовеют. Цветы, которые сначала уверенно смотрели вверх, склоняются. И шапочки становятся не такими плотными, слегка растрепанными. Гортензия начинает играть разными оттенками – красного, розового, лилового. Короче, с ней не заскучаешь. В конце цветения она становится бордово-коричневой и такой уходит под снег. В укрытии полистар совершенно не нуждается. Это очень зимостойкая малышка. И даже температура минус 35 для нее не смертельная. Зона морозостойкости у нее третья. Полистар хорошо смотрится на передних планах, в бордюрах, в сочетании с хвойными растениями. Ее можно выращивать на балконе, посадив в контейнер. Можно украсить ей патио. Требований к почве каких-то особых у нее нет. Как все гортензии, любит рыхлый и подкисленный грунт. И, несмотря на свои малые формы, тоже нуждается в обрезке. Да, конечно, есть и другие гортензии-малышки, но мне хотелось рассказать вам именно про этот сорт. Кажется, все и рассказала. Всем желаю мира и добра. С вами был канал «Домик окнами в сад».